у нас опять гремить. Ой, смотрите, у меня лилия расцвела. Сейчас я вам так покажу. Вот. Класс. В общем, к чему я? Всем привет, кстати. Начинаю влог. Опять вот так вот. Послушайте просто мою болталку. Сейчас Лена мне написала. Жена танкиста канал, что говорит, ну у вас там дожди, где они, откуда у вас? Говорит, у нас ни капли, духота. Вот самое интересное, у нас был позавчера, вот я снимала гроза, ливень, вот это все. Вчера, ну не сильно, но покапало. Ну вот, сейчас я смотрю, прям темнее, темнеет, но у нас вообще всю неделю обещают грозы и дождь. Сейчас прохладится, вот видите, ветер такой и гремит, гремит. И пару капель где-то падает и пристает, ну такое. Вот. Но вот Лена, насколько я знаю, где-то примерно там 150-170 километров от меня. Ну, она в той стороне где-то вот туда находится. То есть от Москвы, по-моему, да, так, если Лена, я не ошибаюсь. У них так и не было ни дождя, ничего. Но у меня бабуля с дедулей, они прям по прямой по нашей дороге, в 25 километрах от меня, у них за эти дни тоже ни капли не упало. Вот у них такое месторасположение, что у нас на даче мы всегда считаем, что ни один дождь мимо нас не пройдет, потому что там какая-то то ли низина, то ли еще смотрели как-то ландшафт, мне дядя рассказал. Там, если вот дожди затянуло, идут, то и у нас будут идти. Кстати, я не спрашиваю, надо у соседей спросить, были за эти дни дожди. А вот у дедули с бабулей, они ближе к Москве намного, ну, то есть, получается, там разница где-то 40 километров. Слышите, так хорошо гремит, и затянуло серое небо. Вот, вот бабуля с дедулей всего 25 километров от Москвы, и у них ни капли. Представляете? Вот так. Она, может быть, идет как-то вот так вот, в ту сторону. Я не знаю, в какую сторону она идет. Вот я вчера ехала, в районе Коптева начался дождь. И потом вот я ехала всю дорогу, там, Октябрьское поле, Щукино. И у нас в районе я приехала, как раз вот полоса шла. Но не сильно, конечно, не сильно было. Ой, ну лилия. Ну это вот, в принципе, лилия, это, конечно, вот эти рыжие стандартные. Но у меня, кстати, на даче нет таких рыжих лилий. В общем, греметь, греметь, ну не знаю, соберется, нет. Вот было прям сначала опять стало душно, знаете, максимально. Сразу ты покрываешься такой, как сказать, влагой. Я сейчас мыла посуду, там мне надо убираться на кухне. То есть сегодня что-то крутилось, вертелось, время уже около 4, наверное. Как-то день пролетел вообще невероятно быстро. Но я там, мама сегодня ехала, я там за нее была, за старшую, там надо было ей по работе помочь. Вот. Потом, пока вам Валбера сняла, пока то, все. И, в общем, хотя у меня сегодня планы, ты помните, да, были какие? Мне надо фикс прайс, мне надо со списком, мне надо в этот, как его называют-то, продукты заказать, если на дачу, видимо, сегодня, может, и не поедем. Вот, и что мне еще надо? А, мне хотел кондиционер заправить. Ну, короче, дела есть. Но я думала вечером, потому что фикс прайс было очень душно с утра идти. Сейчас вроде вот опять ветер прекратился, сразу душно. Я вам показывала, конечно, просто. Ну, сейчас попозже себя покажу, как говорится. Но это пока постирала, пока это, пока развесила. Мне надо погладить, потому что у меня огромное количество белья, футболок. Это надо все перегладить. Потому что белое стираешь каждый день, полотенце каждый день. Ну, короче, как у всех. Что я вам окошко, да, показываю? Ну и ладно, пока так. Позже еще что-нибудь покажу. Давайте орхидейку вам свою еще покажу. Видите, как она. Вот еще один бубенчик остался распуститься. И все. Вот такая вот красота у меня на окошке. Витька так и спит, видите, в комнате он что-то ходил. Я пока села за компьютер, он же лезет. Ого, слышите? Прям нормально так грохочет. Тут и Торик сразу, смотрите, он сразу между мной и Витькой стоит. Спит, мальчик, спит. Ну, дома хорошо, ну что у меня? Мешалочки спать. Ходил такой, пытался. Я говорю, ну подожди, мне надо поработать. Я его кладу, дала уже маминому халат, который он мял. Все равно ходит какой-то. Ну, пристроился. Прям любит он этот гамак. С утра он на торике в подстилке лежал. Да, мальчик мой, да, мой хороший. Ну что? Ну так вот и сиди, мотька. И, смотрите, камеру включил, он сразу отвернулся. А то прям Модю снимают. Как так? Я уже в душ сгоняла, чуть посвежее мне стало. Хотела вам, знаете, что сказать? Короче, у меня есть плейлист 2 дня моего головы просто. Плейлист головы. Вчера, короче, полутро я пела песню «Анатолий, Анатолий».
Дальше слов я не знаю. Я просто ходила, пила Анатолий, Анатолий. Я знаю, чего это. Мы с Ольгой пообщались, поржали на эту тему. Понятно. Потом следующая у меня началась песня «Да, я мать, и я умею танцевать». Я тоже знаю только эти слова. И вот я ходила, гоняла, гоняла, весь день это. Откуда это взялось? Не знаю. Ну, да, я мать, ладно. Ой, все, сегодня было хорошо, ничего не гоняла, никакие песни. Пошла в душ. Знаете, какая мне сейчас песня говорит? Твоя вишневая девятка меня совсем с ума свела. А знаете почему? Потому что я мылась вот этим гелем. И мне почему-то показалось, что он вишневый. И он даже не вишневый. Ароматерапия, эвкалипт и камфора, гель для душа. Вот. Но мне показалось, что он вишневый. И все. Кстати, у меня закончился очень классный гель. И все. И я заладилась этой вишневой девяткой. Кошмар. Еще вот что закончилось у меня. Наконец-то. Но у меня вторая такая уже есть. Кстати, кто-то меня спрашивал, как я волосы поддерживаю. Вот это тоже. У меня разные есть шампуни, там всякие бальзамы. Ну, чтобы желтизну убирать с волос. И вот такой тоже с Фикспрайса. Нормальная штука, ее ну хватает там мне раза на 4-5. Такой баночки. Вот. Но уже сейчас бесполезно. Это, ну, наверное, первый месяц хорошо, когда я только покрасила. Сейчас уже все, краска смылась, надо краситься заново. Вот. Дочь ногти вчера мне сделала с бабочками. Ладно, неважно. Неважно. Дождик еле идет, еле моросит, в итоге так и не начался толком. Вот, а я сейчас, ну, приведу себя в порядок. Знаете, как подхожу к зеркалу, я тебя не знаю, но я тебя накрашу. Я показывала то, что я в Литуале взяла увлажняющий гель, лореалевский, по-моему. Такой пузырек. Слушайте, хороший гель, мне понравился, им пользуюсь сейчас постоянно. Сейчас нанесла его, сейчас питается. Вот. Голова высохнет, но я ее посушу потом, я потом вытяну, наверное, скорее всего, ее утюжком. Вот. А что, еще с борща, что ли, поесть, думаю? Ну, надо же поесть, наварила, тоже надо поесть. Бабушка уже пообедала. Мне, наверное, надо. Посуду я все домыла вроде. На кухне сейчас только стол протереть, туда убирать чашки, все это. И, в принципе, все. И там уже, наверное, будет прохладно, и можно ехать в Фикспрайс. Не пойду, поеду. Тащить сумки потом одной неохота. Вот, короче, буду теперь твоя вишневая девятка. Мне, конечно, надо, говорят, надо послушать эту песню, и тогда отпустят. У меня так не работает. Интересно, что у меня будет завтра в голове? Напишите, какие у вас плейлисты в голове сегодня, например, вчера. Интересно просто, вот как вам тоже такое бывает, просто приходит песня в бошку и крутится. Не собиралась сейчас прям записывать видео, но я сейчас, у меня чуть телефон из рук не выпал. То, что я узнала и увидела. Сейчас расскажу. Короче, предыстория такая. Я тут смотрела, блин, как, с чего начать, я даже не знаю. В общем, смотрела сейчас Лору USA, Лора Сибирячка. Кто знает такой канал, семья, они из Сибири, переехали в Америку, работают, водят траки, в общем-то, уже, я не знаю, сколько лет. Не близка с ней знакома, короче, в плане как с блогером, потому что, ну, в какие-то моменты заходила, смотрела пару ее видео, где-то человек мне нравился, где-то подраздражал, но Лора такой человек, я прям по ней вижу. Она неплохой человек, но она, ну, сибирячка, да, во-первых, такой с таким характером, все. Ну, в общем, не суть сейчас это. В общем, и тут я узнаю, во-первых, что, оказывается, она уходила с Ютуба, по-моему, даже на месяц, и уже вернулась. Вот. Мне тоже это интересно, так ситуация, но такие вещи затягивают. Естественно, не затягивают, мне сейчас интересно разобраться, что к чему, ну, как бы ладно. А зашла к ней почему вообще в этот раз? Говорю, меня к ней приводят на канал всегда какие-то ситуации. Либо бывало, пару раз она мне выпадала в рекомендациях. Вот, а здесь я зашла, короче, я тут смотрела интервью одного человека, мужчины, который 10-15 лет, что ли, прожил в Америке. И он вел канал о минусах жизни в Америке. Канал его не смотрел, он слушал интервью. И он там такие вещи рассказывал. Это такая, ну, долгая история, как бы я просто для себя, у меня такой разрыв шаблонов произошел, думаю, блин. Ну, то есть он говорит, не все так красиво, как вам рассказывают, показывают, особенно блогеры. Типа того, что им хочется, конечно, приукрасить. Говорит, сейчас все, тогда еще там 10 лет у нас было полегче, сейчас вообще тяжело там и работа, найти жилье, и ты будешь вкалывать. Ну, короче, там много чего говорит. И так он прям, он сейчас вернулся в Москву, он уехал оттуда. Вот, я такая сижу его, и там он говорит, я говорю, такие вещи, что у меня происходит разрыв шаблонов, и я думаю, нифига себе, как же так. Я вспоминаю про Лору,
Думаю, дай-ка я к ней на канал зайду и посмотрю. Я знаю, что они также переехали. Вроде у нее это все хорошо было. И думаю, посмотрю, покручу ролики за все время. Название роликов. Может быть, что-то она тоже рассказывала, что не все так просто, там еще что-то. Вот. Думаю, вообще как-то сопоставить. Ну, очень странно, потому что он очень такие вещи рассказывает. Ну вот, ну и, короче, я еще не разобралась. Хотела одно, а в итоге на другое смотрю. Человек просто, ну, ушел. Пришел, причем, ну, ушел, я даже ее понимаю, видимо, из-за чего. Но я сейчас пытаюсь разобраться, что вообще случилось, но это не суть. И сейчас смотрю ее какой-то влог вот тут. Ну, может быть, там, я что-то не... Ну, может быть, неделю назад она его выпустила. А начинается с того, что там... Ну, она там в конце этого влога... Я говорю, я реально, я чуть телефон из рук не вылетела, не уронила. Короче, я даже к маме пошла, я говорю, как, правда? Она идет, поет песню Юрин Шатунова, говорит, вот там что-то Юрин Шатунов. Потом говорит, а вы слышали, что Дроздов умер? Я в смысле Дроздов? Она идет, рассуждает. Вот, говорит, такой человек хороший был. Наверное, это точно, у кого не было врагов никогда, потому что такой добрый, то есть да, вот так жалко. Я прям... И переходит на Шатунова, что вот Шатунов, там 47 лет. Ну, кстати, с этим я с ней согласна, что, говорит, да, таким молодым, но надо там, пожалуй, ну, как бы рад, что был такой талантливый мужчина, все. И он говорит, а сейчас вот все вот эти видео какие-то, еще что-то, у меня реально, я не знаю, как так получилось, у меня вся лента забита Юрием Шатуновым. Я не смотрела ничего такого про него, ну, как бы, я единственное посмотрела, Алена Блин спецрепортаж выпустила, и все, в принципе. У меня реально все равно какие-то эфиры до сих пор идут, вспоминаем Юру Шатунова, Шатунова. В общем, одни видео про Шатунова, причем вот эти вот минута, две, три, какие-то всплывают какие-то там двойники. И, ну вот я по названию вижу, какие-то гадости, видимо, всплывают с этим разборки. Ну, в общем, нас любят после этого всего, то есть прям такой взрыв. Но все равно, я тут такая, в смысле, Дроздов умер. Я просто буквально недавно там видела, о нем кто-то говорил, что он в здравии, все с ним хорошо. Я начинаю вбивать в ленту Ютуба, и выпадают обычные какие-то ролики в интервью, потом, и есть такие, знаете, они часто выпадают такие ролики, вернее, какие-то бывают, что не выдержало там сердце, и фотография там, например, кого-то стоит, а включаешь там вообще о другом там, или только что узнали срочно новость, там, Дроздов что-то, и типа зайдешь там 1-2 минуты, а там вообще, ну, хайповые ролики вот эти, которые привлекают только внимание, а там вообще о другом. Я к маме говорю, мам, что, Дроздов умер? Она говорит, как? Мама еще испугалась. Я говорю, ну вот так и так. Она говорит, я просто понимаю, что да, Пьер Нарцисс, Шатунов, было громко два дня подряд, да, такие. Думаю, ну не могли пропустить Дроздова. То есть, типа, ну, знаете, бывают такие звезды, которые, знаете, как уходят незамеченными. Они когда-то были звездами и все это. Вот особенно в конце года очень часто бывают такие, делают выпуски, что кто ушел в этом году. Ну, типа, вы об этом не знали. Бывает, что ты, о, ничего себе, человек умер, там, это не знал. Но Дроздова, чтобы, я думаю, как раз о нем говорили бы очень много. Я не нашла в Ютубе, я нигде не в Телеграм-каналах это не прослеживалось. И вы знаете, самое что интересное, Лора сейчас, она сказала, что она будет вести свой канал по-другому, и она отключила комментарий. Я даже в комментариях ей написать не могу, что это неправда, он не умер. Может быть, она там в следующих видео выложит, конечно, что она ошиблась. Вот. Я сейчас посмотрю, там у нее сколько-то еще там, 3 или 4 влога есть. Может быть, в прямом эфире, но хотелось бы сказать, что Лора, обрати внимание, слава богу, Дроздов жив, здоров. И все с ним нормально. Если мы про одного и того же Дроздова говорим, это который вот вел передачу «В мире животных», вот это вот, ну, я про него подумала. Ему, по-моему, 85 лет сейчас. Ну, как бы вот. И я надеюсь, что, может быть, ну, Лора уже знает об этом, но я хочу об этом тоже сказать, что я не нашла такой информации. И, по-моему, с ним все хорошо. И дай бог, чтобы с ним все было хорошо. Многие говорят, что дольше жить будет. Но я реально чуть не вырвала телефон из рук. Я прям такая, в смысле? То есть, как я могла это пропустить? Ну, потому что он действительно не такой очень добрый, хороший мужчина. Он... Я тут как-то смотрела в интервью, он говорит, а кому же он? У Ирины Шихмана, по-моему, был. Он говорит, а что обо мне говорить? Он говорит, ну, вы нигде не были замешаны в скандал. Он говорит, мне жена, дети, что обо мне говорить?
Он правда, так он живет, такой вот, ну, корчу. Дядька классный, всегда его интересно слушать. Вот, с этим я, конечно, согласна. Так что вот так вот бывает. Я прям сейчас опешила. Вот. Поэтому хочу донести до Лоры, что, блин, может быть, конечно, я что-то пропустила, и это тогда, я извиняюсь, но, по-моему, все-таки он жив. По крайней мере, я на это очень рассчитываю. Так что вот так. Ладно, все, пошла дальше. Только а я начала заниматься. Стою, слушаю, волосами начала заниматься. У меня, в принципе, такая влажность, я дошла. Они только ну, вот просохли, то вот здесь даже еще влажные. Я ходила с хвостом. Но я сейчас, знаете, как это мне надо их причесать, маслечком помазать. Я концы, у меня же концы сеченные, в принципе. И у меня, кстати, многие спрашивают, как отрастить волосы. Я могу сказать одно единственное. Перестать их стричь. Я, сколько бы я не экспериментировала, что вот это, знаете, подстригать каждые 3 месяца чуть-чуть, кончики, каждые полгода, нифига. Приходишь, говоришь, мне вот так вот, они все равно срезают вот так вот в салоне, нифига это не помогает. Просто на какое-то время нужно перестать стричь волосы, ну или хотя бы раз в год стричь. Тогда они начинают расти. Я вот такую длину, у меня, наверное, сейчас длина такая первый раз в жизни. Только благодаря тому, что я просто... Ну, я могу себе, знаете, что сделать сама. Когда делаешь хвост, лисий хвост, ну, вот эта стрижка дома, чуть-чуть, но мне даже этого не видно, потому что я делаю чуть-чуть. Вот этот хвост сюда вот так вот скручиваешь, и я немножко подрезаю кончики. Ну, прям чуть-чуть. Но это, наверное, максимум раз в полгода. Поэтому они хоть как-то. Но да, концы сечёные, за ними надо ухаживать. Их надо запаивать. Я беру, когда мне нужно, ну, чтобы хорошо вообще волос выглядел. Этим утюжком прохожу. А так я беру масло... для волос, это не обязательно для кончиков, просто для волос. У меня вот сейчас двухфазное спрей, и он заканчивается. Я прям вот так на кончики только наношу, и очень классно. Ну, для того, чтобы они не тянули, не это, как сказать, ну, короче, не путались, и прям нормально. Вот, и оно не утяжеляет, но только кончики, потому что здесь начинает утяжелять масло, я не люблю. А еще, что хотела сказать, еще. А, у меня перестали выпадать волосы. Я, кстати, не помню, я вам рассказывала в итоге, я разговаривала с трихологом, что с волосами, постковидный синдром, вот это все, что надо делать. Вот у меня сейчас, я надеюсь, начнет набирать объем. Ну, хотя у меня никогда не было очень объемных волос, но все равно. Блин, я вот думаю. Короче, у меня тут возник вопрос. Покраситься мне опять целиком в белый или сделать себе, по-моему, это шатуш называется, чтобы... Ну, это надо идти в салон. А темное переходило в светлый. Я не знаю, не могу понять, как я хочу сделать. Сегодня я не заметила, накрасила по-другому брови. Блин, вот в камере, мне кажется, смотрится классно. Скажите. А так, мне кажется, темновато. Но если в жизни. Пудра на мне сегодня другая, поэтому не так закрыта. У меня ни тональника, ничего сейчас нет. Легкая пудра. И вот уже к вечеру, видите, красная, краснеет. Угу, есть такое дело. Глаза, только тени, чуть-чуть блестя. Вот эту я последнюю палетку тоже купила, блин, так она мне нравится. Это на летом вообще бомбически. Я прям беру иногда пальцем вот так, чуть-чуть, они все начинают блестеть, чуть оттенка, и вообще классно. И ни карандаша, ничего, и просто тушь. Очень удобно на лето. Просто сегодня что-то как-то криво я накрасила. Но я дома. Вот. Вот так вот. Знаете, это как самолюбование немножечко. Надо. Так, все. Потому что, наверное, больше рассказать вам нечего. Вот и сижу. Хрень. Но на самом деле, что рассказывать? Мама с Денисом пришли вот домой. Никуда не поехала. Обсудили, что сегодня не поедет в экспресс. Потому что сильный ливень был. И я, короче, говорю, что-то обойдемся мы эту неделю. Вот, хотела заказать, в общем, короче, какой-то не тот день сегодня. Потом я говорю, надо заказать продукты, чтобы на завтра мы уже загрузились, поехали. Начинаю заказывать Дикси. Раз, заказала, слетает вся корзина. И типа, я опоздно уже была. Все, они не принимают заказы. Что-то захожу в ленту и не могу сообразить. Погода тяжелая, башка не работает. Не могу сообразить, что мне надо заказать. Все, я говорю, все, не хочу, все, до завтра, до утра. Я лучше пораньше встану, все успеют привезти. Пока Денис с утра по делам съездит, я все успею сделать, собрать. Но единственное, что я сейчас схожу, вспоминаю, что мне надо взять. Ну, там, знаете, такое обязательно, что корм в Торику насыпь, чтобы не забыть.
Это я положила уже там то, что из дома забрать для дачи. Ну, такие просто хожу, собираю. Потому что завтра, ну, я думаю, мы достаточно рано поедем. Вот. Поели. А, сварила эти макароны помидорные. То, что я показывала в обзоре. Знаете, самое что интересное, мои открытия реально пахнут такими помидорами. Знаете, как, ну, томатами. И как будто кетчупом так немножко, да, такой легкий. Сначала даже сухие открыли, и вот такой легкий аромат сварила. Они такие красненькие, прикольные, вкусные. Вкусные, даже топинамбурные не такие вкусные, как эти. Так что можно брать, 69 рублей к тому же. Кому интересно, ну прикольно. Даже детям красные макароны. Кстати, надо о детях. Они сегодня борщ ели. Попкорн, интересно, они съели уже. Борщ, короче, ели днем, а сейчас-то они есть. Я им дамплинги, что ли, пожарить. Будут они есть, нет, сейчас пойду схожу. Просто, ну, Лик сегодня подружка с ночевкой, они тусуются. Потому что, во-первых, мы думали, что мы уедем. И она говорит, можно ко мне там девочка приедет с ночевкой? Я говорю, можно, но договоришься с бабушкой. Бабушка разрешила, а мы еще и остались. Ой, что такое? Ой, ты чё? Что? Говорун. Такой он говорливый у нас. Одя, ты где? Что? Что, малыш, ты где? Ну что, тебе кушать положить, что ли? Тор идет, Тора вызвал. Мам, блин, напугала. Представляете, я сижу, и просто у меня вот здесь, вот в районе руки, вылезает кот. А это мама из холодильника его. Ну, тебе обнимосечки на ручки. Бабочки на ручках повис, обнимосечки. Такой, ну, сейчас она, когда его берет, от меня он брыкается. А она его берет, он просто такой весь раскрывает. Вот как она его прижмет, так он и будет сидеть. Ладно, все, на этом буду заканчивать этот влог. Опять наболтала. Всем пока-пока.